И бугагашеньки, всем с вами канал Рыжоп, и мы продолжаем прохождение игры Биф 13 Ив. Вот, в прошлой серии мы не могли убежать от этого врача, но походу я знаю, что надо сделать. Все, он вырубился, идем. Теперь бежим, просто бежим, даже когда экран темнеет, тоже бежим. Все, мы пробежали его. Все отлично, все шикарно. Прохождение игры в интернете найти очень сложно, тем более его там нету. Игра недавно появилась на платформе Steam, так что по этой игре роликов очень мало. И мы вот, да, и мы проходим эту игру одними из первых, так скажем. Так, теперь мне надо что? Надо вот теперь как-то туда прыгнуть. Вопрос другом, как? Хорошо. Отлично. Нет, он не лезет за мной. Отлично, шикарно просто. Оказалось-то все намного легче, чем я думал. Чем я ожидал. Все оказалось намного проще и намного легче. Куда мы там так высоко ползем? Я не понимаю. Все эти три серии, вот первую, вторую, третью, я записал в один день. Сохранение, хорошо. Теперь мы где? Мы находимся в душевой. Воду нам, наверное, не надо, да? Или надо? Не, воду, наверное, нам не надо, да? Надо, наверное, что-то отключить опять. Включить. Отсоединить. Непонятно что. Поди, что с кранами надо сделать? Нет. Поди, где-то это есть. Решетка, переходя, переводит нас в другую локацию. Нет, ничего нету тут такого. В принципе-то. Давай попробуем в воду. Выбор-то, в принципе-то, невелик. Нет, давай вокруг воды походим хотя бы. Вокруг воды, если нам дают возможность походить, давай мы походим, посмотрим, да? Что у нас, что к чему? Никаких дыр на потолке, в стене я не вижу. Давай попробуем воду. Ага, во, нашел. Надо его отодвинуть. А, он же всплывет. Нет? Ветки какие-то. Я здесь дыхание под водой здесь нет, не существует. Потому что сейчас мы будем долго здесь шариться. Но мне надо вот туда. Мне надо туда, и мне надо, чтобы этот мужик оттуда исчез. От первого лица, ага. Работает. Куда ты всплываешь, папуха? Цепляет она его. Перерезать. Ага. Просто надо было на веревочку нажать. Все, у нас успех. У нас успех, это хорошо. Отлично, отлично. Там мне факт показывает, походу. А, нет, стрелка вниз. Это наебалово. По этой стрелочке это 100 пудов наебалово. Сейчас узнаем. Что нам, в принципе, там. Ну, здесь я поплыл куда-то. Здесь я плыву.
Очень темно. Очень темно. Все непонятно. Во. Ты говнюшка! А, она меня съела, что ли? А, ну значит, надо было туда все-таки. Скримак. Я не испугался скримака, я больше был настроен на происходящем с игрой. Ну, значит, давай мы знаем теперь, куда нам надо. Какие дальнейшие действия нам надо делать, это тоже мы знаем. Веровочка. Веровочку так, ать. Тропик поплыл. Тропик поплыл. Ну, значит, надо туда, где стрелочки показывают. Больше дыр никаких в воде нету, не видел я. Ну, давай еще осмотримся, конечно. Игра сама по себе прикольно. Есть, конечно, моменты, где надо что-то успевать по таймингам, по хераймингам. Надо успевать, но не везде. Так. Прямо. 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 Колечко вижу. Прямо. 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 Наверх. 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 Давай вообще на самый верх сплывем. А, тут, тут. А, во, 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 вижу. Ага. Блин. Ну тихо, 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 тихо. Что происходит? Я все-таки всплыл. Я все-таки всплыл. Как мне сейчас? Как мне сейчас отсюда выплыть? Но я же все. Но. Ну так давай. Ну. Вода-то не поднимается. Блин. Ну это тупо бассейн. Тупо бассейн. Вот как мне сейчас туда-то попасть? Мне надо вон в то. Тебя поди толкать? Не надо. Ну! Ну я же... Ты цепляйся. Какое вообще прям занимательно это. А тут чё? Это чё? А тут чё? А поди на неё надо наступить. Не, не надо. Он не пускает меня сюда. Он не пускает меня на неё. Непонятно, конечно. А на шифте я быстрее плаваю или нет? Или нет? Или да? Давай попробуем с шифтом. Я не знаю. Волны-то за мной есть? Блять, вот оно. Почему ты не хочешь? Почему ты не хочешь? Вот оно же, вот, надо только руки протянуть. Что не так-то? На ветку подняться, давай вот на эту ветку поднимемся. Попробуем, конечно, но я не обещаю, что... Она вообще меня сквозь текстуры гонит в этой ветке. Мне вообще не дает никак взаимодействовать с... С...
поплыл. А поди, это уровень воды поднимает? Да нет, не должен. Ну-ка, давай попробуем. Посмотрим, что там поменялось. Поди, уровень воды, правда, поднят. А как уровень воды должен поменяться, если... ничто не льется, в принципе, на них. И чё он всплыл? Нафига их тогда поднимал отсюда, из-под воды? Во! А как я должен сейчас допрыгнуть до него? Или от... Подожди. Или это толкается? Пока. Нет, не толкается. Вот он не довсплыл, так скажем. Я могу по нему... Да ты, блин! Эй, ты ходи вокруг... Ты заходи на него, чё ты? Во. Но. И чё теперь? Нифига ты прыгаешь. Теперь мне надо вон на мешочек. Класс. Просто пшик, блеск, кайф. Может, еще где-то кто-то должен быть. Я не всех поднял. Да вроде всех. Никого больше не вижу. У меня во рту засохло. Записывать, сидеть третью серию, это очень-очень-очень... Ну, допрыгнула. Давай попробуем. А ты угораешь. Может, она сразу до того... А она очень далеко, смотри-ка, летит. Нет, ноги. Надо в ноги. На ноги прыгают. На ноги. Прямо прыгну, не допрыгну. Туда в ноги, давай в ноги. Хорошо. Будем с разбегу, значит, сюда в ноги. Все, во, отлично. Все, хорошо. Девочка, молодец. Все. Так. Это чё? А чё? А как здесь? А чё надо сделать? Ну вот смотри. Это шахматная доска, что ли? Мне надо, что ли, туда попасть? Вот туда? Да? Ну, к примеру. Давай попробуем туда попасть. Если нет, то будем загадку с шахматами отгадывать. Я не вижу, что делать, куда я тащу. Сейчас утащу в темноту, и все, и капец. А, во. Ага, вот сюда. Я просто что хочу попробовать? Пойди, просто он у меня сейчас... Она у меня сейчас вот... Тихо, давай немножечко сюда. Она у меня сейчас пойди допрыгнет до решетки, нет? Просто ну попробовать. Так, на них я прыгаю. Нет, не хочет. Ладно. Значит, нам это надо будет угадывать. Что к чему, да куда. Так, поехали. Какая из фигур? Какая? Все-таки придется разгадывать
Так. Я так понимаю, где лампочки вот эти горят, наверное, так? У нас три фигуры. Три фигуры, а лампочки четыре. Вот это ладья. Или это ладья? Вот это, скорее всего, ладья. Это король. А, вот это слон. Вот это слон. Вот это ладья. Это король. Ладья у нас... Блин. Давай попробуем. Так, запоминаем, получается, здесь. Здесь раз, два и одна сюда. Получается, вот тут. Ага, все, давай ее сюда. Его мы, значит, поставим сюда. Так. Вторая, получается, рядом вот сюда, да? Ага. Рядом вот сюда. А, все лампочки мигают? Или нет? Вот та сильнее мигает, да? Ну-ка, давай посмотрим. Непонятно. Лампочки-то, блядь, 4, а фигуры-то 3. Где мне еще фигуру взять? Откуда? Может, вот эту можно таскать? Нет. Нет. Эту белую? Тоже нет. Блин, фигуры 3, это плохо. Давай. Так, давай считать вот здесь. Получается, здесь 3. Отсюда. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Все, давай считаем. Запоминаем. Так. Раз, два. А, все, вот. Вот сюда, ага. И чё? Что-то получилось? Нет, ничего не получилось. Давай, значит, мы тебя переставим тогда вот сюда. Значит, вот сюда. Сюда ли поставил? Сюда. Поди, здесь король должен стоять. А поди, да, кстати. Подожди. Это же место короля. Где там было-то? Раз, два, три, четыре и три. Да? Ага, вот сюда. Вот это место короля. Ну что, бери. Бери. Бери, поехали. Это место короля там. Вот тут вот. Не, ничего. Что должно-то произойти? Значит, ладью мы тогда давай перед... Этот слон... Вот слона сюда. Это ход направления слона, наверное, показываю. Как он должен, типа, ну, двигаться. Это слон. Здесь стоит слон. Здесь должен стоять слон. Здесь должен стоять... Ну, на какой из них... Непонятно, но это мы узнаем, конечно. Давай его оставим здесь. Ладью мы потащим. Потащим вот сюда, получается. Давай мы вот ладью сюда. Блин, шахматы. Вот я бы сейчас бы в шахматы, кстати, поиграл бы. Вообще моя любимая игра настольная, это шахматы. Сколько здесь? Раз, два. Вот сюда. И дотащил. Не дотащил.
Сейчас дотолкал, дотолкал. Значит, слона надо, надо слона вот сюда. Нет. Нет. Проблема. Проблема. А может, я должен быть четвертым? Может, я должен быть четвертым, а? Может, я четвертый, это. Как она? Фигура-то. Вот я что думаю-то. Может, правда, я четвертая фигура? Так, получается, мы расставили эти по местам. Это в квадрате, это в квадрате, это в квадрате. Это все, все в квадрате. Это не в квадрате. Вот. И мне, получается, надо встать вот на эту. Воу! Да, офигеть! Потолок падает. Так. Что у нас дальше? Сохранялочка, хорошо. Сохранялочка, это хорошо. Это уже плюсик. Это уже замечательно. Висит коляска. Для чего висит, непонятно. Что нам надо здесь? А, вон. Есть выход. А здесь ничего не надо. Походу просто переходная комната, наверное. А, конечно, я хочу на это надеяться, что это переходная комната. Но ничего не могу сказать. Давай пойдем. Ага, да, просто переходящая. Просто переходящая комната. Просто переходящая комната. Все. Там ничего у нас не надо. А может и надо, но еще... Нет, не вернемся, может там. Еще лестница. Ага, класс. Ну, давай. Оп. А, нам надо люльку, наверное, уронить. Нам надо люльку уронить. Так, там какой-то счетчик. Компьютер. Но дверей здесь нету, да? К нам наш доктор не придет. А, мне надо будет спуститься на этом. Мне надо первоначально что-то включить. Значит, да? Документики, что написано? Написано. Аккаунтинг бук. А, пароли. Это пароли. Ошибка. Че? На, типа, что все горели, что ли? Или что я не могу понять? Да, на, что все горели. Ага. Понял. Не понял. И... Ага. Ага. Нет. Ага, нет. Нет. Нет.
ага. Ну, эта лампочка не горит. Это не горит. Это рядом. Рядом нажимаешь, они выключаются. Эти лампочки. Ага. Вот так, значит, вот так. Вот так. Нет, не так. Вот так. Нет, не так. Вот так. Вот так. Вот так. Нет, не так, вот так. Нет, не так, вот так. И так. И тоже не так. Вот так. Эй, ты чё? Ты завязывай-ка. Давай-ка логически подумаем. Они вот рядом нажимаю, они отключаются. Видишь? Это как сапёр. Действие как в сапёре. Такие же это. Они, короче, соседние лампочки зажигают, и, которые не горят, а которые горят, тушат. И это очень-очень сложноватенько. Подожди, давай через вот так. Нет, нет, вот так. Потом вот так. Потом мы сделаем вот сюда. Потом мы сделаем... Нет, вот так. Мы сделаем так. Так, нет, не хочет. Не хочет. Давай мы сделаем вот так. Даже... О, все погасло, видишь? Видишь, вокруг все сразу гаснет. Так. Вот так. Нет, не так, вот так. Ага. Давай вот не так, вот так. Вот так. Нет, вот так. Вот так. А теперь сделаем вот так. Нет, не так, вот так. И вот так. Во! Что запустил? Внизу что-то поднял, да? А, ворота открыл. Открыл ворота. Ага. Так, теперь нам надо сюда тихонечко. Открыл ворота. Сохранялочка. А, он сзади. Едить колотить. Он сзади. Теперь понятно. А его не было сзади, я же смотрел. Так, туда? Ага, вот туда. Ну. Все, давай, бежим. 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 Прям офигеть, как бежим. Бежим, 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 бежим. Он все идет ведь. Бежим, бежим. Да блин, не успел. Ей, хе-хе-хей. Там, наверное, как раз конец игры уже подходит у нас. Не надо было приседать. Я присел, скорость бросилась. И все. Давай, 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 давай. Ну, давай. Опять не успел. Да вот чуть-чуть надо-то. Вот они, эти стеллажики-то. В колесе застрял, в колесе не надо застревать. Я в колесе застрял, и все, и он меня поймал. Да? Да. Надо на край колес прыгать. Во! Все, давай бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Ну как? Да чё? Почему? Ну нет. Ну вот сразу же нет.
Его задержать как-то надо, не получится его задержать. Я же добежал, я же ведь залез под нее. Она на шифте катается, она на шифте катается. У-у-у! А куда надо-то? А как? Там справа поди дверь какая есть или что? Я просто не знаю, не видно. Хм, интересно. Интересненько. Ну давай еще разочек попробуем. Нету что-то. Здесь он меня догоняет в эту дверь. Ага. Под стеллаж я не могу залезть. Значит, что-то другое. Значит, что-то другое. А что вот другое? Непонятно. Вот что другое? Вот что другое? Я прям как боженька тут бегаю. Там дверь потерялась реально, нет? Нет. Да не слезет она дальше. Он меня ловит здесь. Она же ведь на шифте бегает, подожди. Ну? Мне надо будет переключиться камеру вовремя. От первого лица она не хочет. Тогда мне будет сейчас тяжелее там. Блин, а камеру переключать? Ладно, попробуем от этого вида. Я не знаю, как это будет выглядеть. Это будет выглядеть очень-очень тяжело. Когда рычаг открываю, надо камеру переключать. Надо переключать камеру, потому что она сама так не того. Камеру переключать еще, блин, это еще рук. Ей-ей-ей! Хопа! Догнал! Говнюк, ну догнал ведь! Блин, я же прокатился! Я же прокатился под стеллажом. Ну чё такой паразитёнок-то? Ещё раз. Вообще прям противный докторёныш, а. Всё, теперь мы бежим на шифте. Я застрял! Ай, как я не люблю от второго лица играть. Это просто жуть. Это просто ужас. Это просто... Все, короче, я понял, движняк. Нам надо сейчас вот переключить, нажать рычаг сразу, переключиться, бежать. И там надо будет, чтобы у нас время какое-то было выиграно. Сразу, оп, первый. Давай. Контрол.
Да какого ты меня догнал-то? Ой, какой ты проблематичный все-таки, а, докторишка сраный. Просто выбешиваешь уже. Я же нормально по таймингам успеваю. Почему нет? Почему нет-то? Один. Контур. Блин, присела на ходу. Хоба. 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 Хорошо. Хоба. Хорошо. И стеллажом придавило. Ну вы смеетесь? Блин, я же убежал. Эй, сука. Говно. Беги, беги, родная, беги. Беги! Ай, не успел! Нахрен я присел-то в окне? В дверях-то? Ой, блин. Я хотел проскользнуть под ним, а на shift не разгоняется. И нужен разгон. Так, ладно, попытка номер 86/458, блядь. Ой-о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 й. Хорошо. Это хорошо. Все, на шифте, на шифте. На шифте бегу. 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 Ближе к этому, к стене. Ну чё? Блин, почему так долго-то? Блин, ну вот. Так, все, один, бежим. Бежим. Да застряла, ну ты чё? Ай, пакостное какое место, а. То я не успеваю. То, блин, вот это второго лица, это вообще такой неудобный. Мне не нравится от второго лица. Вот все, я знаю, что мне игры от второго лица не будут нравиться. Но мне придется по ним делать какой-то контент, например. А, здесь можно было, да? От первого лица! Ой, второе! Бежим, роднуля. Давай. Да почему? Блин. Сколько попыток я уже здесь пробежал? Вот сколько? Я знаю, как уже что делается. Я все от ада, я уже вот это все изучил. Я уже машинально все делаю. Прям вот на автомате почти. Все, первое лицо. Shift. Shift. Беги. Беги. Хобана. 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 И не успеваю. Почему я не успеваю? Сука.
Как я не успеваю, я не могу понять. Почему я не успеваю? Почему я не успеваю? Блин, побежал, надо было немножечко это. Какая это? Вот как это? Как вот это? Все, единица. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Я вот когда Е нажимаю, я переключаюсь, мне надо сразу на Shift. Мне надо сразу на Shift нажимать. Я очень долго переключаюсь на единицу с бегом. Я понял свою ошибку, конечно, но получится ли у меня это непонятно. Alt Shift левый обязательно нужен или правый тоже работает? Так, все, нажал Е. Shift, 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 Shift. Успеть! Я это сделал. Я офигел просто. Ну, мы останавливаться, значит, ведь не будем, правильно? Значит, нам надо дальше бежать. Сюда не надо. Сюда тоже не надо. Ага. Значит, сюда. Бежим. 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 Все, бежим. Свет вырубается. Так, здесь надо. Хорошо. Так, дверь. 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 Ага, понял. Тихо. Бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Давай, 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 давай. Это что, концовка? Все? Да блин! Такой облом! В самом конце. Блин, это походу концовка. Это походу концовка. Уф-уф-уф. Так, где стеллажи? Ага, стеллажи стоят, да? Ага, захибись. Так, дверь мы теперь знаем какая. Тянуть время мы долго не будем, значит, мы прям бежим, бежим, бежим. Прям, ага, вот эта дверь. Это он за нами сейчас идет. Ну, в принципе, по таймингам я все успеваю от него убегать, всему тому подобное. Прям вот так вот. Так, 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 готовим контур. Так, все хорошо. Так, сейчас дверь дверь перегородит, значит, мы сюда. Ага. Тихо, не промазать. Тут шкаф. Хорошо. Или что там, клетки? Все, финиш. Вот он финиш, вот он родной. По-любому это концовка. Вот по-любому я отвечаю, что это концовка. Потому что там дверь, там свет, там удача, там надежда. Эй, не раскачалась. У меня уже все тут прям по таймингам идет, все хорошо, все просто шикарно, я успеваю по таймингам, по всему успеваю, все отлично, все шикарно, все хорошо. Я всю игру походу прошел от первого лица, ну, почти всю.
Нет, все, да. Все четыре серии я играл от первого лица. Так, это сейчас закроется. Это сейчас прыгать, прыгать. Прыгать. Есть! Ой, хорошо. Все. Сохранёнка. Это что, все, да, концовка? Ну идем, идем пока, идем. Идем, идем. Все. Че, на концовку сейчас покажут, ну. А, это просто окончательный ролик будет. Ну, натерпелась девочка, натерпелась, согласен. Очень много тяжелого пережила сейчас. Давай, родная. Давай, роднулечка. Давай, миленькая, ты сможешь. Тебе чуть осталось-то. Че, все? Опа. А че было? Что случилось? Так, а я где? А я что? О, я типа очередная... Как это? Попытка бегства, так скажем. Да? Класс. Чё? Концовка, конечно, не... Не хэппи-эндовская, я бы сказал. Да? Так, нам показывают теперь докторишку очередного. А, этого докторишку, очередного, говорю. Этого докторишку нам показывают. Фига, у тебя руки-крюки. Какой ты страшный, фу. Теперь я понимаю, почему тебя боятся. У тебя, наверное, жены нету. С такой-то рожей я бы тебе тоже не дал. Тринадцатая? А, это я 3 часа в нее играл. Это типа 3 часа я в нее играл. О, все. Ну что? Могу подвести итоги по данной игре. Игра интересная. Сюжетка очень захватывающая. Мне очень понравилась сюжетка. Некоторые миссии, конечно, были сложноваты, но нам пришлось с тобой их пройти, потому что мы должны же были дойти до конца все-таки и решить, что к чему, кого куда, и узнать. О, доктор там мигает вон тут. Вон, вот. Всем советую поиграть в нее. Ссылочку на игру я оставлю в описании. С вами был канал Рыжий Оп. Меня зовут Артем. Подписывайся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Ссылочка на паблик ВКонтакте будет в описании. Ссылочка на Телеграм тоже в описании. Всем счастливо, всем пока. Всем до новых встреч.